Дорогие друзья, сегодня мы с вами разнесем в хлам систему онлайн-заказа различных биологически активных добавок и средств, так называемое приложение iHerb. Я давно на него точу зуб и мечтала сделать видео, наконец настал этот черед. Как говорится, таким побудительным моментом, топливом для моей такой здоровой, праведной, врачебной злости послужило общение с моими пациентами. Представляете, вот приходит на прием, ты делаешь на значения, например, там омега-3, антиоксиданты, там какие-то нутриенты для восполнения его дефицитов и так далее, там подобное, он это смотрит, что ты ему назначаешь и говоришь, а это я не буду, это я тоже не буду, это я уже на iHerb купил, деньги потратил, ладно, я пошел. Вот, и смотришь и думаешь, зачем он вообще приходил? Зачем он тратил время и деньги на консультации врача, если он такой умный и все знает, и все себе уже назначил с iHerb'ом? И что это такое за такая ходячая медицинская энциклопедия, которая решает все проблемы? В конце концов, думаю, надо мне тоже закачать это приложение, чтобы посмотреть, что там внутри. Открываю, а внутри замечательный, классный бизнес-маркетинг, чтобы лохи, которым лень пойти к врачу, которые не хотят выходить из зоны комфорта, которые не хотят послушать правду о своем здоровье, о своих персональных факторах риска, о том, как они неправы, да, в отношении к своему телу, к профилактике и к здоровью, они этого ничего слышать и знать не хотят, но это как классно, понажимал на кнопочку, и какие-то баночки красивые в блестящих там или там разноцветных упаковочках тебе приехали, типа ты заботишься о своем здоровье, типа там все натуральное. Ребята, вы что, откуда вообще упали? Где находится Америка, знаете? Это чуть-чуть дальше, чем ближайшее Подмосковье, Америка. Какие у нас отношения за границей, тоже знаете? Как препараты валяются на таможне по полгода, потому что там какие-то санкции и нет добра зеленого света эти препараты покупать и это сам пропускать. Вы об этом знаете? Нет, я вам скажу. Они валяются сначала там на таможне полгода, потом здесь на таможне полгода, потом их вот эти вот распределительные центры получают и типа у вас доставка за несколько дней. Это первая замечательная новость об этих препаратах. Вторая замечательная новость – это сырье, из которого они изготовлены. Дорогие друзья, вы знаете, какая площадь Америки по сравнению с Россией? Да, она раз в 6 меньше примерно, чем Россия. Тем не менее, на всей нашей России 140 миллионов жителей живет, а на этой маленькой несчастной Америке только 300 миллионов живет. Вот такая скученность населения. И там в Америке, прикиньте, тоже есть латиносы, всякие там индусы и прочие, которые там на Малой Арнаутской без страховок и без официальных документов в подвалах там что-то производят, чтобы выжить там валетами, штабелями в одной комнате целыми семьями спят по очереди и так далее. Точно так же, как и у нас это делают приезжие для того, чтобы удержаться. Там то же самое, только их больше, чем у нас. И вот они там все это производят. И если я открываю этот несчастный iHerb и смотрю, там баночка стоит 400 рублей, 900 рублей, там, не знаю, 1300 рублей. И если я представляю, что пересылка, кто-нибудь когда-нибудь пробовал заказать товары с Amazon? Вы видели, что там пересылка $20 примерно стоит, да? И если у нас препарат стоит 400 или 900 рублей, как это может быть натуральное вещество? Его еще надо вырастить, протестировать, заплатить за исследование, ну, прибыль, естественно, с этого получить, пересылка денег стоит, а вся банка 400 рублей. Как это вообще возможно? Вы в своем уме, вы действительно и верите в то, что там где-то на этой вот маленькой Америке, где нет ни одного здорового продукта, где стеклянные помидоры напичканы гормонами мяса, и это известный факт, и богатые люди покупают мясо на спецфермах, чтобы не связываться с магазинами и общепитом. Но в этой Америке нашлось, понимаете, какой-то островочек нашелся счастье, где выращивается специально для вас крапива, конский каштан, карликовая пальма и прочее, и прочее, и прочее. Вы что, в это верите? Я лично не верю. Может быть, вы еще верите, что в Америке растет танкат? Не в Малайзии, в Индонезии, а в Америке, от которого член стоит. Я в это тоже не верю. А знаете, во что я верю? Я верю в то, что каждая банка, которую вы получаете с iHerb'а, стоит 10 рублей, потому что там оптом закупленное в Китае сырье. Это первое. И второе, я верю, что есть определенный маркетинг, и люди делают бабло на вашей глупости, на вашей доверчивости, на вашей лени узнать о своем здоровье хоть что-то.
Я просто диву даюсь, почему вы в этом случае, если вы желаете, а кстати, в Америке выучиться на врача стоит очень дорого. Поэтому баночками занимаются специальные люди, называются они нутрициологи. Чтобы стать нутрициологом, тоже надо учиться и сертификат получить. И просто так назначить там конский каштан нельзя. Должно быть, у тебя лицензия должна быть на деятельность. Если у вас этого нет, и вы, вы думаете, вы сами сели там, разобрались в приложении, потыкали, и вы принесли добро своему здоровью. Вот это вот просто у меня в голове не укладывается. Ребята, вы о чем? Поэтому я хочу сказать, что отечественный производитель, которого мы хотя бы здесь, в своей стране, можем проследить. Вот, посмотрите, Гарбузов Геннадий Алексеевич, например, кандидат биологических наук, который всю жизнь занимается фитотерапией, преподает как фитотерапевт. Можно найти в интернете, на ютубе с ним интервью, фильм о его плантациях, где он реально выращивает экологически чистое сырье в горных местностях нашего Закавказья. В Алтае, в Адыгее, в Краснодарском крае выращиваются плантации со специальными растениями. И есть сертификаты на то, что там действительно содержится то, что написано. И можно связаться, можно найти информацию, можно посмотреть, действительно ли там, там черный орех, действительно ли там двудомная крапива и так далее. И это будет действительно польза для вашего здоровья. А вы слушаете каких-то непонятных, совершенно не врачей, обзорщиков, блогеров, которые там за деньги им сказали, вот посоветуй вот эту баночку, они посоветовали, ой, побежали покупать. Состав сырья вызывает вопросы. Действие, которое эта неизвестная банка на ваш организм окажет, вызывает вопросы. Побочка какая будет, неизвестно. И я сейчас не про то, что крапива растет в каждом сельском дворе. Решение проблемы рядом. Вот у тебя проблемы с потенцией, у тебя проблемы с простатой, вон крапивы, пожуй, будет все хорошо. Известно, да, что двудомная крапива обладает антиоксидантным действием и снижает рост ткани предстательной железы. И конский каштан – это венотоник, и он улучшает кровообращение в органах малого таза и нижних конечностях. Известно, что тыква, да, тыквенное семя, снабжает органы малого таза у мужчины цинком и способствует нормализации мужской половой системы. Известно это все. Но какое сырье, где его взяли, как это апробировали, как это сделали? Вот это имеет колоссальное значение.